93-ю со дня рождения мастера-ювелира Леонида Игошина приурочили выставку в Кустанае. Член Союза художников Казахстана ушел из жизни 2 года назад. После себя оставил изящное наследие. Его часть можно увидеть в легендарном фильме «Кызжибек». Украшения и доспехи к нему кустанайский умелец сделал по заказу киностудии «Казахфильм». Его стиль – объемная филигрань 8-10 слоев. Также художник является автором правительственных орденов, медалей времен Советского Союза. На выставке в качестве экспонатов представлены женские украшения, аксессуары и картины, выполненные в стиле мастера. Люди приходят и спрашивают, можно ли купить эти украшения. Игошинский стиль сразу привлекает внимание. Здесь несколько техник художественной обработки металла – филигрань, скань и чеканка. Каждая работа уникальная и неповторимая. Часть экспонатов хранится в ведущих музеях Алматы, Москвы и Киева. Это штучные экземпляры ювелирного и народно-прикладного искусства.